LG Signature OLED серии W8 – уникально тонкий телевизор. И это первое, чем он так впечатляет. Толщина дисплея всего пару миллиметров, если точнее 2,5. Это тоньше любого премиального смартфона. Никаких громоздких решений – или на стену, или никак. Поэтому и название линейки W8, где W с английского wallpaper, дословно обои. На стену монтируется крепежная пластина, которая OLED-панели прикрепляется с помощью 4 магнитов. И если в обычных телевизорах вся начинка прячется позади экрана, то в W8 весь мозг нарочно перенесен в саундбар. Объединяет экран и саундбар тонкий гибкий шлейф, который при желании можно замаскировать в стене. В итоге W8 состоит из дисплея и саундбара, плюс ко всему пульт Magic Remote. Включаю его, особенно приятно смотреть на колонки, которые автоматически появляются из саундбара, и они всегда прячутся обратно, когда вы выключаете W8. Добавляю громкости, и тут происходит следующее. Начинаешь ощущать себя, будто ты вживую находишься в атмосфере, происходящей на экране. Шум ливня, звук моря, пение птиц, сигнал автомобиля. Все это кажется, как будто происходит где-то не на дисплее, а вот здесь, пока ты сидишь на своем комфортном диване. Звук насыщенный, с хорошей детализацией средних и высоких частот. Ну и, конечно, так первоклассно обманывать нашу бдительность помогает Dolby Atmos, та самая технология, вышедшая к нам из кинотеатров. Когда режиссер создает ленту, он решает, где именно находится источник звука и как он будет перемещаться по сцене фильма. OLED W8 как раз и способен воспроизвести всю звуковую задумку кинорежиссера, поэтому и получается сферический объемный звук. Вертолет пролетает из одного угла экрана к другому, а нам кажется, что он пролетает через нашу квартиру. Такой эффект обеспечен, если выбираем фильм, созданный с форматом Dolby Atmos. Технически помогает система динамиков 4.2 общей мощностью 60 Вт. То есть в саундбар спрятаны 4 динамика плюс 2 дополнительных для усиления трехмерного звучания. И здесь важно, что расположение саундбара ниже дисплея не приводит к эффекту звучания только снизу. Перемещать звук в область экрана как раз и помогают направленные вверх динамики из саундбара. Такая способность и отличает этот телевизор от большинства других, и эту разницу вы можете почувствовать и сами. Перехожу к картинке. Производит сильное впечатление и, думаю, даже на искушенного зрителя. На минуточку 1 миллиард цветов. Таких, как видим в реальности. У OLED-панели, в отличие от LED-TV, подсветка матрицы отсутствует. Каждый пиксель светится самостоятельно. Таких самоподсвечивающихся субпикселей здесь 8 миллионов. Каждый пиксель индивидуально управляет собственной яркостью. Простыми словами, в тот или иной момент пиксели просто гаснут, поэтому черный всегда будет черным, а не серым, даже в очень темной комнате. У себя дома вы не увидите ни засветов, ни бликов. Ну и в сумме реалистичная картинка и звук 3D и создают то самое ощущение, как в кинотеатре. Собственно, ради чего ценители таких ощущений могут приобрести этот OLED. Здесь максимальный угол обзора, поэтому картинка будет оставаться такой же чистой, яркой, контрастно насыщенной, где бы вы ни находились. На ковре, на диване, на кресле. Этот OLED поддерживает любой формат HDR, который есть на этой планете. HDR10, HDR Pro, Dolby Vision, а также HDR от компании Technicolor. Все эти форматы, по сути, преследуют одну и ту же цель – расширить динамический диапазон картинки. Простыми словами, все эти форматы творят магию, превращают менее качественный контент в супер детализированный, насыщенный и яркий. Картинка Full HD легко подтягивается до 4К, и улучшение картинки происходит за счет апскейлинга. Обычно всех любителей спортивных онлайн-трансляций может раздражать остаточность изображения, но снова-таки благодаря самоподсвечивающимся пикселям и технологии Motion Pro мы видим все быстрые и мельчайшие движения каждого игрока. И это классно. Этот телевизор обладает интеллектуальным чипсетом Alpha 9 второго поколения, дополненный алгоритмом глубинного обучения. Процессор стал более производительным по сравнению с предыдущими версиями, поэтому еще быстрее оптимизирует скорость своей работы. В комплекте поставки идет пульт управления Magic Remote. Сравнительно небольшой, хорошо ложится в руке. В центре не привычная кнопка, а колесико прокрутки. Привыкаешь быстро. Пульт гироскопический, поэтому, например, удобнее перемещаться по меню операционной системы приложения Smart TV с помощью стрелок. С ним очень приятно взаимодействовать, потому что здесь отлично отлажен голосовой режим. Какая погода завтра в Кишиневе? Вот, пожалуйста, погода. Все очень быстро.
действительно покоряет именно скорость выдачи запроса. А режиссер фильма «Выживший»? Пожалуйста, абсолютно моментально, быстро. И, пожалуй, наверное, это первый телевизор, который так молниеносно, так быстро выдает информацию. Из приятных мелочей – режим галереи с эстетичными картинками или фотографиями, которые приятно украсят и дополнят интерьер. Что в итоге? Глубокий черный, как нет ни одного экрана в мире. Чистейший цвет и премиум-формат Dolby Vision. Объемный звук Dolby Atmos. Голосовой помощник. Тончайший экран. Сверхсильный процессор нового поколения Alpha 9 с супермолниеносной операционной системой. Вот в этом и заключается премиальность OLED W8. Послевкусие линейки Signature – это ощущение вау-эффекта, который не может дать ни один другой экран в мире. Это было все самое важное о модели OLED W8 линейки Signature. Делитесь этим видео с друзьями. У меня все. Пока-пока.